Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать набор «Первый полет», который был выпущен в честь 20-летия первой части «Гарри Поттера». В состав фигурок входит рыцарь Квир Золотой и профессорка полетов на метле Мадам Крюк, Малфой и Невилл. Этот набор представляет сцену там, где Малфой украл напоминалку Невилла. В этом наборе еще входит состав две шоколадных лягушки, которые мы не знаем, какие попадятся. Всего их 16. Если этот набор разобрать на 5 частей, то их можно добавить в Хогвартс, который собирается из набора, выпущенных в честь 20-летия, но не всех. Еще в этом наборе есть прикольные подставочки для Мётл. Их тут всего 2. Тут еще с тамтой стороны. Вот тут это видно лучше. Еще тут есть 4 герба. Гриффиндора, Слизерина, Коктеврона и Пуффендуя. Ну а теперь давайте начнем распаковывать. Я открыл коробку и теперь давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас 2 пакетика. Инструкция. О, и тут еще есть наклейки. На них 4 герба, факультетов и доска почета. В первом пакетике, во втором мы видим фигурки. Во втором еще видно меч. И разные кремовые детальки с черными. Ну а концовый экземпляр мы увидим потом. А еще в инструкции 90 страниц, на которых последних мы можем увидеть сколько кубиков. А на предпоследней показано, что можно собрать из некоторых наборов. Вот такой Хогвартс. Я до его подключу еще этот набор. Это коллекция лягушек шоколадных карточек. И всего 16 штук. Фантастические твари 3. И все остальные 13 из Гарри Поттера. Ну а теперь давайте собирать. Ну и начинаем собирать набор. Открываем инструкцию. В первом пакетике у нас то, что получится, 2 фигурки и 2 башенки, которые будут частями из набора. Окей. Открываем пакетик. Выступаем. Окей, открываем дополнительные пакетики. Начнем собирать. Начнем. Вот тут находится плащ. Его мы откроем чуть позже. Теперь открываем плащ. Теперь аккуратно накладываем. Этого персонажа 2 лица. И один таким. Еще у нее есть красивая коричневая метла и я сам подкину, чтобы они пока что не мешали. И 2 палочки.
получился у нас такая фигурка. Теперь собираем самую крутую для этого набора фигурку, золотую. Надеваем тюрбан. И вот, получилась такая фигурка золотого Квирла. Пополнить нашу коллекцию. Так. Дальше. Такая платформа. Окей. После сборки первого пакетика у нас получилось две башенки и две фигурки. Одна из них золотая. На этих башенках были использованы все наклейки. Теперь откладываем это. Берем отсюда второй пакетик. Еще пакетик. И все. Так, открываем инструкцию. Окей. Собираем. Получился у нас Невилл с его напоминалкой, метлой. И такая шоколадная лягушка. Это Ровена Рейвенклоу. Дальше. У этой фигурки два лица. Тут у нас получился Малфой и карточка профессора Снега. Окей. Я собрал второй пакетик и объединил с первым. У нас получилось 4 фигурки, кусочек самка и 2 шоколадных лягушек. Еще тут попалось 13 одинаковых кубиков. Самый прикольный — это меч, кубок и мячик для квиддича. Теперь расскажу подробнее про замок. В этом замке есть подставки, с помощью которых фигурки могут летать. Внутри замка есть рычажок, только для средней подставки, как будто она летает. Такая фишка. Еще тут есть фигурка рыцаря. Такого, с 2 мечами. Еще внутри есть открывающая дверка, стеллаж для кубков и доска почета, на которой написано имя Джеймса Поттера, папы Гарри. Вот тут есть бочка и ящик. Внутри ящика находятся вещи для квиддича, снитч и остальное.
спасибо за обзор. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду выходить еще больше видео. Пока!